Александрович сказал, что какого-то хладнокровия нам не хватало в завершающей стадии. Нам об этом и в перерыве и сказали, и, так сказать, во втором тайме нас прорвало. Самую главную задачу мы выполнили, мы выиграли, и я уверен, что порадовали болельщиков. Столько голов, это, я думаю, всегда болельщикам нравится. Да, в первом тайме, может, не было голов, но столько моментов, игра была веселая, и поэтому надеюсь, что да, на завтрашнюю игру еще больше придет болельщиков. Ну, а поэтому нам надо уже забыть эту игру и готовиться к завтрашней игре. Она будет уже не так легко, я думаю, будет складываться.